Добрый день. Всем добрый день. Сегодня с моей внучечкой мы будем готовить быстрый завтрак. Быстрый, вкусный. Да. Да. Это девочка пришла на практику, хочет тоже научиться снимать видео. Так что давайте приступим. Вкусные. Разрезали лаваш. Лаваш у нас армянский, да. Тонкий. Собачка. Собачка. Красивенькая. На 7 кусочков. 7 пирожков будет. Да. Начинка. Сыр 200 грамм твердый. И творог 200 грамм. Все надо нам смешать. Смотри, вот такой будем заворачивать. Чуть-чуть. Я тоже хочу попробовать. Тоже будешь. Переложу, как всегда, в большую мисочку. Будешь топ ты? Да. Давай. А сила есть? Ух ты, какая сильная. О, ничего себе. Моя штука. О, о. А ты хочешь, Евочка, снимать готовку продуктов? Готовить что-то, еду или... Что? Или так, играться с котиком? Играть с котиком, ага. Ходить по улице. По улице и снимать, да? Да. О, молодец. Дома что-то еще готовить. И готовить, а мама часто готовит. Ну да. Пусть и снимает. Так, есть. Так. Сыр вот на этой мелкой терке дотираем. Будешь, Евочка? Да. А ты сможешь? Ну, попробуй. Попробуй. Ага, вот так. О, таким краем. Вот так. А. И пошло. Пусть ты трошки подрастешь, будет больше силы. О, будешь готовить еду, правда? Ну все, давай теперь я. Все. Всыпаем творогу. Добавляем яйцо. Будешь разбивать, Евочка? Да. Вот об это. А ну и сюда влить. О! Пошло. Смотри. Опа. Есть. Теперь я буду перемешивать. Так. Выходит. Теперь будем перемешивать. Да. Ты я хочешь? Да. Давай, помощница моя. Давай, перемешивай, девочка. Ой. Ничего, подними, вот такой бери. О! На зелену кладу. О! О! Немножко видно было. Ну, вот. Давай чуть-чуть. Теперь, бабушка, ты чуть-чуть, и я чуть-чуть, и получится у нас. И будем жарить. Да. Я кашу покушаю. На кашу, да, прям. Пусть на кашу. На кашу. На кашу. Помогу. И добавляем укроп. Он у меня замороженный, но ничего, разойдется. Ой, ты моя. Что? Свинка на холодильнике. А, какая тебе нравится? Она очень смешная возле ёлки. Тебе подарить? Да. А где-то свинка. А которая это? Да. Красивая. Красивая, бери. Динго. А ну что там написано?
Ничего не написано. Свинка и все. Обычная свинка. Маленькая, бунда, хай-хлюкой. Хай-хлюкает. Повесишь себе. Холодильник. Вот. Будем теперь намазывать сыр. Да. Вот такое. А ну сможешь, Евочка? Ну, попробуй. 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 Вот так держи. Сверху ручка. Ага, вот так. А ну. Ну, трошки попробуй. О, все. До сих пор, а там водичкой. О, будешь лучше водичкой мазать. Угу. Так. Помогаю ножом. А ну, ножом, наверное, удобнее, точно. Так, теперь скручиваем. Девочка, скручивай. Угу. Так, теперь тут водичкой помажь. Да. Умакни водичку. Чуть-чуть. Ага. И тут помажь все. Вот так. Еще раз. О! И до конца скручивай. Вот так. Все. Есть. Одна есть. Дальше будем. Следующую берем. Один сыр упал. Ничего. Потом подметем. Скручиваю. Я чи ты? Давай я. Давай. Начало вот такого. И пошла. Пальчик. Так. Этим бери. Ага. О. Вот так. Ой, ты моя хорошая. Так, теперь помажем. Да. Бери кисточку. Струси. Вот, чтоб сильно много. Давай. Вот. И тут края. Вот. Края смазываем водичкой. Вот так. Есть. Второй сделанный. Второй сделанный. Следующий. Следующий. Подавилась, да? Угу. Ой, боже. Я не упала. Да, моя хорошая. Так. Размазываем. И на края. Да все-таки, давай постучу по спине. О, все. Будешь закручивать, Евочка? Mm-hmm. Тебе уже надоело. Давай крути. Чуп. А смазывать? Края смазываем, чтоб приклеился край. Давай. Кончики. Вот.
потом присядку. Сейчас. Не-не-не, обжарим, Евочка. Обжарю, и будут хрустящие, вкусные. Да, классно будет. Еще два осталось. О, ну все. Сейчас? Нафаршировали мы наши пирожки. Будем обжаривать. Да. Буду обжаривать на растительном масле. Нагрелась. Четыре икры останется. Все. Подрумянили. Пирожки наши готовы и готовятся очень быстро. Да. Даже Евочка помогала мне. Евочка с большим интересом снимала. Вот у нас готово все. Евочка с друзьями. Где ты? Покажи, то что не видно. Ты себя видишь на экране? Да. О, вот это друзья мы увидели. Так. О. Теперь ждем, когда остынет. О, точно. Чтоб попробовать, ждет. Это я. Вкусно пахнет. Да, вкуснота. Сейчас попробуем. Ну, который тут раньше. Вот раньше. Оно горячий тебе. Попробуй. Внутри. Вывалился кусочек, видите, тянется так. Это очень вкусно. Готовьте, ешьте и всем приятного аппетита. Вот теперь видно. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Птица. Все. Пока. Пока. Бери вот кусочек остыл. Наши пирожки получаются вкусные. Да, получились очень вкусные. Понравилось видео, ставьте лайки нам. Готовьте с нами. Смотрите плейлисты, там очень много всяких видео. И да. До новых встреч и всего вам самого доброго.